Привет, с вами Дизер, и оказывается, инстаграмчик-то у нас обновился, зашел в App Store, аж версия 8.0. Мы изменили дизайн, на обновленном значке по-прежнему есть камера и радуга. Все сделано для того, чтобы привлечь было внимание вашим публикациям. Ну что, давайте посмотрим отзывы, а отзывы у нас пипец. Народ негодует, о май гад, что такое, верните старое оформление, верните прежний дизайн, соцсеть отстой, я бы стер приложение, блин, новый дизайн ужасный. В общем, народ просто в шоке от резкой смены дизайна, но на все так реагируют даже на iOS 7 при переходе с iOS 6, реагировали именно так. Ну а мне, например, очень зашел новый дизайн, мне нравится оформление, черно-белый, реально. Теперь я вижу свои собственные публикации очень даже хорошо, и вообще просматривать мне стало как-то более уютно, но, блин, добавили бы хотя бы черную тему оформления, чтобы можно было поменять, потому что, глядишь, в iOS 10 введут что-то такое, и можно будет сделать, наконец-то, не инверсию цвета, а черное оформление. В общем, вот такой вот дизайн инстаграмчика. Мне понравилось, не знаю как вам. Ставьте лайки, если тоже понравилось. Ставьте дизлайки, если вам не нравится. Ну а с вами был Дизер. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, читайте меня в Твиттере, следите за жизнью в этом самом инстаграме. До новых встреч, пока.